Дезинформация – инструмент манипуляции, целью которого являются попытки запутать общественность и ввести ее в заблуждение относительно действительности реальных событий и фактов в информационной среде. Для продвижения своих целей эта система продуцирует и распространяет лживые нарративы. В потоке лжи нет запретных тем. Объектом пропагандистской стратегии выступают и права человека, и религия, и экологическая политика, способы быстрого обучения и ежеминутного заработка. Цель создания фейков — это мошенничество, дезориентация в информационном пространстве, отвлечение от острых тем. Как отличить фейк от правды? Информация распространяется только в социальных сетях и видеосервисах Instagram, TikTok и мессенджерах WhatsApp, Telegram. Материал не содержит факты, которые можно перепроверить. В материале указывается, что официальные лица намеренно скрывают информацию, чтобы не создавать панику или страх у населения. Содержит призыв максимально обеспечить рассылку друзьям и знакомым, либо о сокрытии. Как распознать фейковую новость? Ознакомьтесь с первоисточником. Проверьте автора. Проконсультируйтесь с профильным экспертом. Проверьте актуальность, это могут быть репосты старых материалов. Читайте весь текст, а не только заголовок. Проверьте все ссылки и источники, указанные в материале. Убедитесь в правдивости фото или видео. Подумайте, прежде чем поделиться таким сомнительным материалом. Хотим напомнить, что религиозные знания и любую религиозную информацию необходимо получать только из официальных, проверенных источников.